Семь стран группы восьми в совместном заявлении осудили позицию России по Украине и объявили, что приостанавливают участие в подготовке к саммиту в Сочи. Мы отмечаем, что действия России в Украине противоречат принципам и ценностям, на основе которых функционируют G7 и G8. В связи с этим мы решили на время прекратить участие в деятельности, направленной на подготовку к запланированному на июнь саммиту в Сочи, до тех пор, пока обстановка не позволит «восьмерке» вести значимые дискуссии, говорится в заявлении, распространенном сегодня Белым домом. Под заявлением подписались лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также Европейского совета и Еврокомиссии. Страны G8 также призвали Москву решать волнующие ее вопросы безопасности и прав человека, связанные с происходящим в Украине, путем прямых переговоров.